Поэтому я призываю коллег-депутатов, давайте соберемся на экстренное заседание парламента. Завтра воскресенье, оставьте выходные в сторону. Эти вопросы намного важнее. Давайте соберемся и примем решение. Примем решение в интересах народа Республики Молдова. Мы не фракционные социалисты в Афина частной кладире. Чего вам информация, Коло? После ведетской ревофи пропунер лишь и чизили ностры. Шесперем фортимут, вот виниши алс депутат, пентру анчепи либераря Республики Молдова, декетре олигарх. Pentru a începe eliberarea statului captiv.